возвращением. Привет. И мы возвращаемся прямо сейчас в самое сердце Японии, в самый самурайский из невидимых ниндзя стрим. Итак, погнали. Сегодня у нас запланированы победы. Мы прошли что-то по сюжету далеко. А вообще главное, что сегодня будут победы, сегодня будут достижения, будут поги без краев. Стример сидит на полоске ХП, прям вообще кайф. Итак, начнем мы. Мы сейчас начнем с, для разминки, с босс-раша. Раз, два, три. Обезьяны скип. 4, 5, 6. 6 боссов подряд, без остановки, без смертей. Делаем ставки. Начнем прогноз. Пройдем ли мы сейчас 6 боссов? 6 боссов. Команда красных, вы готовы? Готовы? Обезьян без смертей? Так всех без смертей, всех подряд. Не-не-не, всех. Только сейчас мы музыку включим, окей. Я тут все подготовил для шоу. У нас есть Ост Элден Ринга. Короче, все боссы по очереди без смертей. Ну, с воскрешениями, но без смертей. Погнали. И я во втором прохождении Элден Ринга обнаружил, что музыка на апостолах просто суперская. Так что мы будем ее сейчас слушать. Так. Секунду. Настройки, звук. Музыку сюда. Погнали. У Годрика классная музыка. Ну давайте, давайте Годрика. Давайте я включу Годрика, а после него это. Нормально музыка или громче, чат? О, хорош. Погнали. Будешь ли встроенные в игру Boss Rush проходить? Ну, у нас их пока нет. Вау, музло тащит. Я очень долго обезьян тренировал, поэтому я эту подругу почти забыл. Точно, мисплеев. Я никаких мисплеев, сосредоточиться. Полная фокусировка нужна. Полная фокусировка. Карты. Опять мисплей. Воу, слив. Ну не полный слив. Нормально. Реслка есть. Вообще эта подруга легкая, если на ней не торопиться. Мисплей сильно. Окей. Фокусировка, все. Команда красных. Это победа для вас, я бы не мисплеер больше. Никакой жадности.
Отлично. Мы почти сделали. Первая пошла. Слушай, а музыка... Это Годрик все еще играет? Я не знал, что Годрик так хорош. Годрик очень хорош. Кайф. А что-то я на стрим... Когда мы в Elden Ring играл, даже не этот, не замечал. Между боссами хилки эмблемы восстанавливаются, если отдохнуть здесь, да. Ну, я буду восстанавливать, а то это нереально. Окей, теперь самое сложное. Двойная обезьяна. Двойная обезьяна... Здесь, короче, шанс проигрыша примерно 50%, наверное. Да? И из-за того, что их две. Вот эта фаза мега легкая. Здесь вообще нет опасных атак. И ее здесь можно оглушить на двух фазах. Блин, я не считаю атаки. Вот когда она здесь бьет, если ты парируешь, ты ее оглушаешь. Забыл поставить огонь, огонь не нужен. У меня другая атака. Огонь я не использую на ней. Огонь слишком долго кастуется. Ненадежно. Прыжок. Эта штука выглядит как захват. На самом деле это подсечка. Прикиньте. 5, 6. Как прыжок контрить? Прыжком. Это подсечка. Она выглядит как захват или что-то. Это просто обычная подсечка. Только она летит вверх. Окей, вот теперь шанс умереть 50%. Сейчас вторая мармозетка вылезет и все. Мы ее будем сразу ультовать. Теперь петарды. Сработало. И надо отходить. Видишь, она игнорит петарды иногда, коза. Ее ультой валим. Теперь догнать и добить. Все. Это была ульта. Все, мы должны пройти без урона. А, кровавая ульта из Элдена, да. Это. Сейчас будет два удара быстро. Да, это самая сложная атака. Сейчас еще два удара. Мисплей. 4, 5, хватит. Она после падения всегда орёт? Не. Она орёт, когда ей вздумается.
У нее на ор нет никаких этих триггеров. У нее у этой фазы вообще нет ваншоти. Ну, ваншотящие атаки есть, но нет сложно. Чем она орет у нее рта, нет. Йоу, музыка вообще тащит. Теперь обезьяна-страж. Не, обезьяна-страж, здесь зажигалка. Здесь опасна только первая фаза. Здесь есть одна какая-то очень кривая ваншотящая атака у нее. Ты делаешь зажигалку, ты можешь делать 3 удара, все. После 3 ударов и зажигалки ничего нельзя делать. Надо отходить. И теперь ты зажигалку не спамишь, ты ждешь. Ты ждешь момента. Если спамить зажигалку, она наказывает. Типа вот так. О, моление. По-моему, моление играет. О, я промахнулся зажигалкой. Будет тяжело. Я отравлен? Да, я еще и отравлен. Окей, мы отбежим сейчас и захаваем антияд. Оп, мисклик. Вот эти все залезания на деревья вообще лучше не использовать. Окей, вот это наказание зажигалкой. Прямо в морду. Осталась одна зажигалка. Промахивался зажигалками, просто жесть. Все зажигалки промахнулся. Ой! Ой, нет! No game, no life. Я не могу остановиться. No game, no life. Спасибо большое за 1000, чувак. Огромное тебе спасибо. За донат целую 1000, чат, будьте добры, хайп. Я туплю. О, мисплей. Окей. Спокойно. Вторая фаза миления музыка. Моление, блин. Какой миление? No game, no life. Ты просто легенда. Просто легенда, чат. Будьте добры. Засыпьте его в чате сердечками меньше, чем 3. То я немножко. Я все смисплеил. Окей, у нее так мало хп. Подожди, добить ее этим. Петардой, у меня же петарда есть. Сейчас, no game, no life, я добью ее. Подожди. Razer Shalom, Варлочка, часть, врываемся красиво до красивой стримчанский. Не планируешь черепах проходить или сам играть? No game, no life. Спасибо тебе еще раз огромное. Невероятное. Спасибо. Черепах я не буду играть, потому что я мультик не смотрел в детстве. Поэтому я не шарю в черепахах. А я просто в них не шарю. Соответственно, мы проходить, наверное, не будем.
Окей. Фокусировка, фокусировка. 4 бутылки осталось, все нормально. Вторая фаза легче. Когда макака бьет, берет меч, становится проще? Да. Вторая фаза намного легче. Не просто намного, а в разы. Дроже в быстрый слот. Не-не-не, дроже я не использую. Дроже не нужны. Потому, смотрите, почему она легче. Потому что есть вот эта атака. Она оглушает. То есть, что ты делаешь, ты? Если ее парируешь на этой атаке, она оглушается. И еще одна есть атака. И она нам покажет ее. Здесь просто отбегаешь. Видишь, что она начинает крутиться, отбегаешь. А вот эта атака есть, она, ну, она не оглушается, но она что-то сама ложит. Во, и здесь тоже оглушение. Оглушение дает тебе 6 ударов. 4, 5, 6. Все, 6, стоп. Нет, нет, нет. Как я смисплеил? Я пропустил? Как-то. Теперь ты прошел секиру и спидранишь боссов? Но я не прошел секиру, я спидраню тех боссов, которые у нас есть в доступе сейчас. Я спидраню тех боссов, которых мы уже прошли. Глушение. Хорош. 6 ударов. 4, 5, 6. Здесь лучше 2 удара делать, когда она сама ложится. Можно 3, но рискованно. Четыре, пять, шесть. Стоп. Опять обезьяна, потому что здесь обезьяна 2 раза. Это типа сначала эта обезьяна должна быть, а потом та. Есть. В Элдене такого не было. Ну да, там было просто 50 одинаковых боссов. Там было 20 копий Маргита. Кстати, сейчас играет Маргит. Кто за жучара в ней сидел? Это жук бессмертия. Если такого жука захавать, ты будешь бессмертный. Круто. Фу, Кенитиро. Да, толстых и тонких сколько было за игру? Штук 5 точно, да? Окей. Генитеро. Меня убивает, может быть, 1 из 20 раз. Когда мне становится скучно, я начинаю всякой фигней заниматься, вместо того, чтобы нормально с ним драться. Ну, вот, типа вот такой. Как сейчас я делаю. Я отдохнул? Да. Окей. Генитеру первая фаза. Секрет в том, чтобы... Когда он... Ты его парируешь 2 раза, потом наказывать. Наказывать только после второго парирования подряд. Когда он пытается стрелять из лука, ты его ловишь. Так, что-то музыка у нас стала какая-то. Чат, где музыка?
Rebellion Dandelion, привет. Вот сейчас наказываем. Не всегда получается. Так, ладно, знаете что? Тут я мисплею, съем я банку. Нитера сегодня не хочет сдаваться. Окей, погнали. Третья фаза генитеров. Технически самое сложное. У него тут есть очень сильные дамажащие атаки, если не парировать, то капец. Как? Как? Держитесь там. Команда красная, держимся. Все нормально. Все хорошо. Есть. У него лук самая опасная штука. 100%. Лук — это проблема. Тот еще Ваня, здорово. Первое, что я увидел, как из обезглавленной обезьяны вытаскивает 40-ножку. Добро пожаловать на Секиро. Так, а что это за босс-файт такой? Фигня какая-то. Астель. Не-не-не. Мне не нравится. Ancient Dragon. Какой у Радана ост? Давайте Радана послушаем. Эй, бабочка. Бабочки, не умри только, запросто. Что ты сейчас делаешь, Варлок? Спасибо, что спросил, Иванчик. Мы сейчас всех боссов проходим по очереди, которые у нас доступны. С бабочкой у меня нет тактики надежной. Есть сюрикен, кидать в нее. Но это не надежная тактика. Бабочка такой странный босс, поэтому с ней ты просто, короче, надо драться и все. И если ты будешь с ней драться и не получать урона, ты победишь. Все, это вся тактика, которая у меня есть. Ну, сюрикены кидать, когда она прыгает. Окей, первая фаза без урона. Яружа Майка говорит. Сильную атаку, пока она спрыгнула. Сейчас свалит. Папашка шел призыв. Ну сейчас ее лучше просто не трогать. Пока призванные чуваки не свалят. Можно их побить, если скучно. Поймай ее на ульту. Ульта только мешает. Здесь.
Ульты слишком большое окно для наказания. Она не нужна. Бомба с ногой. Единственная проблема бабочки, то что ее долго бить. Поэтому хочется побыстрее, ты начинаешь спешить. Вот эта атака опасная, но если отбежать, всегда можно наказать. Поэтому начинаешь спешить, и, короче, она тебя наказывает. Хорош, ритм. Ритм у нас есть. Да ну тебя в баню. Раш. Не надо раш. Без раш. Без раш. Блин, не за раш. Придется еще ждать. У нее есть фаза неуязвимости, когда она призывает. Ну, типа да. Она очень хорошо блокирует твои атаки. Вот у нее что еще, в чем фишка. Все. Есть. Шикарный суп из бабочки. Блокирует меч ногой, да. А че, может у нее эти... Ботинки железные. Все, остался один. Гёбу самый легкий. Поэтому я на нем умираю чаще всего. Потому что жадность, все дела. Гёбу масата на кари. 4 удара хватит. Я не буду спешить для команды красных. Ты хочешь вообще в идеале против него на месте стоять? И все, он сам все сделает. И контратаковать только после его полных комбо, когда он начинает стоять и тупить. Между атаками вообще нельзя атаковать. Слишком он больно наказывает. Сейчас будет момент на контратаке. Что, можно прыгать к нему? Первая фаза без урона. На него хлопушки действуют. Мне не нравятся хлопушки вообще. Оп, туда не надо прыгать. Я просто уйду. Вот в угол зайти это... Вот прям гарантировать себе смерть от камеры. Хлопушки... Это... О, что-то я не парировал. Хлопушки действуют, но мне не нравятся они. Они слишком ненадежные. У всех боссов, даже у обезьян... Даже у обезьяны... По каким-то причинам на некоторые атаки имеют иммунитет к хлопушкам. Я не знаю точно на каких атаках, я не пытался выяснить. Стоп. У меня кнопка не работает. Моя кнопка? Верните кнопку. Ну 100% на некоторых атаках у боссов иммунитет к хлопушкам. И у этого чувака тоже. Поэтому ты такой можешь кастовать хлопушку. Ну, рассчитывая, что ты ему стан навесишь, да? А нифига подобного. Так что мне больше нравится просто стоять и парировать. Хлопушки временно ему дают, если много раз использовал.
Мне кажется, что у меня даже в первый раз не срабатывали иногда. Но здесь они точно английские. Они только мешают. Чё, есть? Все пройдено. Мы это сделали? Воу, секира вращается. Секира, успокойся. Хорош. Команда красных. Вот ваша награда. Первые попытки. Ты два раза умер? Я воскрес? Я же Секиро. Так. Где-то в игре прочитал, что кони типа боятся огня и пытался победить его огненным протезом, в итоге ничего. А может быть нужен был заряженный? А ну, да я его попробую заряженным огненным протезом фигануть. Ради эксперимента. Я, кстати, не пробовал ни разу. Потому что в игре написано, что вообще зверей надо петардами. Но я что-то... Ну, единственный босс, на котором петарды работают, это призрак. Единственный босс, которого я нашел, на котором работали нормальные хлопушки, это был призрак. О, булка пришла. Привет, булка. Сейчас я ради эксперимента в него кину огненную штуку, если булка мне разрешит. Да, смотри, горит хорошо. Его даже вроде оглушает. Но нужен заряженный огненный удар, видимо. Не обычный, а этот. Только сейчас еще раз попробуем. Угу, отлично работает, но не обычный, а это, улучшенный. Булка, здорово. Окей, ладно, давайте не будем этим заниматься. Пойдем игру играть. Булка Бултинская пришла, вот ее хвост, вот ее хвост, вот ее зад. Не лежи, пожалуйста, на моей мышке, булка. Все равно не особо резонно использовать на нем, да? На нем нет. На обезьяне кайф. Так, все, булка, иди. Не, стрима не будет, пока мы не начешем булку. Окей, чат. Стрим отменяется, чешем булку. О, я знаю, как булку чесать надо. Че, у меня есть идея. Начеши сейчас, булку начеши, начеши её. Нет, не успокаивается. А все еще здесь. Стрим захвачен. We'll be right back.
Ей нравится, ты понимаешь? Не уходит. Булка, тебе понравилось? Вообще. Что это такое? Все, все, все. Мы будем играть. А то будем стримить так булку целый день. Конечно, ей понравилось такое развлечение. Блин, весь микрофон мне уже обшерстило. Все, булка. Иди. Так, на чем мы там закончили? А, мы в Секиро играли. Погнали. Погнали в Секиро. Так, что-то не то. Окей. Чат, скажите, специалисты по Секиро, нам сейчас надо отловить боссов этих призраков? Или можно потом? А то, я так понимаю, у нас сломали Асина. Я сейчас думал просто взять и пойти вот в эту сторону. Пошли на охоту. А, подожди, на охоту. А что на охоту-то идти? А у нас вообще не ноль этих. У нас вообще нет этих, как они называются? Конфетти. Окей, конфетти нет, поэтому. Какой секира, что делает секира на стриме по поглаживанию булки? Какой-то приперся тут секира, что-то делает, мешает. Я так понимаю, нам сюда, да? Мы здесь были уже? Подожди. Должны продаваться бесконечные конфетти. А где? Я что-то не видел никаких бесконечных конфетти. Подземелья? У всех торговцев? Ладно. Я думаю, нам, наверное, на какой-то момент в игре надо пройти. Надо вернуться обратно в замок. У нас закрыли и не пускают. Мы, наверное, можем портануться через окраины Асина, да? Подожди, я что-то куплю, что ли? Стой. Убийство призрачной монахини должны были дать предмет, расширяющий ассортимент торговцев. О, мы ее убили 20 раз. Никакого расширения не заметили. Любил монахиню не призрака. Такого не было пока. Подожди. Так. Крайная Асина. Ворота замка. О, я могу портануться к воротам замка. Все, тогда нам просто играть. Потом появится конфетти. Когда появится конфетти, мы найдем всех призраков. Изи. Ворота замурованы. И чего? Гёбу 2, возвращение Гёбу. Пустите. Ворота замурованы.
Ладно. А если в этот дом пойти? Нас не пустят? Через подземелье, да, вернуться? VRL конфетти также работают? Попробуй. Увидишь призрака, намажь меч конфетти. Так, тогда заброшенное подземелье. Мы можем и через храм Сэмпу вернуться, да? И через подземелье. Через глубины Осина. Кошки спят, все, выдохлись. А, стоп, глубины Осина — это не то. Здесь тупик. Сброшенное подземелье. Темный водный путь. Найдено. Дуве, мы дома. Когда меня сменят? Моя смена давно закончилась. А никто не приходит. Беда, печаль. Теперь не надо уже сменять никого. Очень удобно. Окей. О, опять мужик с колоколом. Чё он сегодня этот? Какой-то нет. Собака? Ауф. Летаем. Подожди, а разве на этом мосту не был другой чувак? Вау, а это кто такой? Ты кто? Держи зажигалку. Это то, что говорила леди Эмма. Говорила, пришли какие-то полицейские или инстанция, или корпорация, что-то такое. Может, здесь секретки новые открылись? Если вниз полезть. Я там лазал, ничего не нашел. Потом обратно далеко вылезать. О, мужик сидит. Стонет. Синоби. Они. Варву. И сдох. Говорит, они варву. Хорошо им. Варву они сидят. Здесь открыть? Нет.
А они мост закрыли? Там мост раньше был. Предметы я, по-моему, здесь собирал. Подожди. Рыба. Большой улов. Он так плывет, как... Я не знаю. Как реактивная ракета под водой. Вау. Я бы тоже так хотел плавать. Он, наверное, мог бы чемпионом мира по плаванию быть. Если бы не был шиноби. Ворота замурованы. А на ту сторону я могу перепрыгнуть к идолу? Нет, конечно. Да? Вот мой идол. Друзья, этих чуваков мы уже подслушивали когда-то. Правильно ли я понимаю, что от меня хотят? От меня хотят, чтобы я снова вернулся пешком там, где дед был и батя. Ой, не батя, а этот мальчик, которого нам защищать надо, да? Меня рандомные чуваки завалят. А, ты с ружьем, что ли? Нет, с копьем. Трекинг, окей, я понял. Огонь, огонь. Огня нет. Камера. Моя камера. Кто в меня стреляет? Окей, мы сделаем бэктрекинг. Мы можем бэктрекинг. Легко. Почему эти чуваки сложнее, чем боссы?
потому что их трое. Выше в эволюции, чем обезьяны? Думаешь? Имею в виду, обезьяна выглядела вполне себе эволюционировавшей. Так, ладно. А дальше куда? Туда наверх? Нет, подожди, здесь наверху был мини-босс. Все. Мы тут спасли мальчика. Мальчик не здесь. Так, как, где он был? Я ничего не помню. На той стороне. Здесь? Путь в канализацию, да? Здесь был нинджа. Какая у тебя сейчас позиция по воскрешениям? Мы их не используем. Я их один раз не сдержался, использовал на этом. На обезьяне, чтобы с первой попытки пройти. Но больше мы их не используем. Шар воскрешения. Кстати, а воскрешение. Нам нужно проплыть, где мост убрали. Ё-моё. Окей, проплыть, где мост убрали. Так. А, может быть, тот мост? Или... Проплыть, где мост убрали. Это здесь? Во, наверное, это здесь. Ап. Я опять сюда же вернулся. Не, это не то. Шли отсюда. Вон туда. Вот здесь мост убрали, да? Все, я заблудился полностью. Нет шансов спасти. Прохождение закончено. Босс Rush поиграли и хватит. На ту сторону? Да, наверное. Там я вылезу наверх, наверное. Закрыто. Хм.
Чат, мы его потеряли. Как я сюда попал? Я же сюда попал от того моста. Помню, что я пришел сюда и такой: о, идол, кайф. Я отсюда пришел. Она вниз с моста спрыгнул. А здесь залезть не могу обратно. Так, знаете что? Кто хорошо ориентируется в видеоиграх? Ну не тогда, когда мне нужно вернуться в локацию, которую я уже 100 раз прошел год назад, и искать, что там изменилось. Можно мне без этого? Дай мне поле, лес и компас. Я тебе найду что угодно. Ага, во-во-во-во-во. Все, нашел. Какие-то трешовые у них ассасины. Да, не ворву, все дела. Так, проплыть под мостом. Куда проплыть? Сюда, что ли? Я понял. Теперь я в другое место вылезу. Кайф. Спасибо, чат. Я прошу прощения? Я не помню, чтобы я вас приглашал на вечеринку, мой дорогой ниндзя. А этот ниндзя все еще козел. Из плюсов я теперь знаю, куда бежать. О, нет. Подожди, а у меня же есть там идол поближе. Он все равно убил меня. Я его просто боюсь с того самого момента. Вот у меня есть идол. Чё он не отдыхается? Это вход в заброшенное подземелье. Ниндзя стал common mob. Ну вот, теперь он стал обычным противником, да? Помню, когда мы его в первый раз увидели? Чат мне такой: это обычный противник. Понятно, что ты вообще так с ним долго паришься. То, что он обычный противник, становится через пол игры.
Но это уже другой вопрос. Так, ладно, мистер ниндзя. А очень некрасиво вот так вот напрыгивать на людей. Он однорукий, да. Ну, типа, мы в равных условиях. Мой шиноби тоже не особо многорукий. Не многоручка и не многоножка. Нормально, мужик? По-моему, у них не все хорошо. Что скажешь? Не пали. Напали. Не пали. Масло. О, идол, кайф. Протез сильнее обычной руки. Вы хотите сказать, что у нас перекач? Я правильно услышал перекач? Ой, был мисклик. Дай мне двойной Тимонджи, защиту от мискликов. Ну что, дальше проходим без протеза, без прокачки ХП, без апгрейдов на урон. Без использования боевых искусств. Из чего еще можно проходить? Чтобы не было перекача. Без хилок. Без урона. Ногами без глаз. Звучит как идея. Перекач, перекач. А это что было? Мои 2000 опыта. Не докач. Вот, теперь не докач, смотрите. Кто-то проходил секира без урона? Но у хитраны делают секира? Точно делают Dark Souls? Этот делает Happy Hop на Твиче. Секира? Он делал но у хитраны секира? Чач делал? Ну чач-то все делал. В этом-то сомнений нет. Гори! Рекви делал спидран Dark Souls? Оль, получилось у него? Thank you.
Веселые противники, я их недооценивал. Когда один, не проблема. На ухе тран секира легче, чем в Dark Souls? А как он обезьяну проходил? Которая орёт. Она же орёт и тебя задевает. Надо посмотреть. Фиолетовым щитом. Кстати, да. Потому что отбежать ты не успеваешь. Щит, шляпа, блочит крик. Ага. Кайф. Как думаете, нас там рады будут видеть? Не открывается с этой стороны? Значит, не открывается. В смысле не открывается? Я вчера, кстати, в выходной день добил Elden Ring. Второе прохождение для себя. Этот. И сделал секретную концовку. Ну, не секретную, а квестовую концовку сделал. Типа истинный порядок. Квест золотой маски. Душнейший в истории человечества квест, где по всей карте нужно бегать, искать, там какая-то фигня, там эти НПЦ ныкаются по всем углам. Знаете, какую я финальную заставку получил? Тебе, короче, показывают, как ты 10 секунд сидишь на троне. Это вся финальная заставка за квест, который просто... Да. Ты такой просто сидишь на стуле. Это тебя показывают на стуле 10 секунд. Все, вся заставка. И типа, и комментатор. И настала эра золотого порядка. Собака? Подожди, у этой собаки чат, у нее, по-моему, черные очки, смотри. Она что, блатная, что ли? У этого волка реально черные очки. Смотри, 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 смотри. О! Мне теперь жалко пёселя. Вон у него броня на голове. Какой модный пёсель. Нифига себе. Повязка? Нет, это очки, она их вот так на лоб подняла. Знаешь, как эти таксисты делают? Ну, не только таксисты, все, кто очки носят. Пес шиноби. Может, это Наруто? А Наруто, он девятихвостый пес? У него вроде какой-то дух в Наруто вселился, нет? Лис. А он превращается в лиса? В игре. Думал, у меня сюрикен включен. Я прошу прощения. Наруто псы. Война с камерой. Часть третья. Возвращение кривокамеры. У вас тут прям толпа целая. А ничего... Воу-воу-воу-воу. Был бы очень благодарен, если бы...
Вас было поменьше, чутка. Смотри, что делается. Что у меня тут есть? Есть зажигалка есть. Как они синхронно атакуют. Будет весело. В игре три концовки, повелитель пламени, с ранней, третья, четырех вариантов с парой строчек разных. Окей, понял. Но этот концовка, которую вот я посмотрел в Elden Ring со стулом, мне вообще не понравилось. Вы думаете, кстати, может быть, я утрирую насчет мужика на стуле, но там реально тупо мужик на стуле сидит и все. Больше ничего не происходит. Как я туда залез? А это что за... Окей. Подожди, вас же тут не было. Чат, их тут не было? Или я... У меня крыша едет. Камера? Камера, пожалуйста. Нет. Все концовки, кроме Рейни, может, на стуле? Класс. Зашибись. Где скорость? Джедай, здорово. А вот видишь, мы по скоростному проходим Секира. Спидран, все смерти в одной локации, any percent world record. Здесь же 5 минут назад были ниндзя. Почему теперь здесь чуваки в странных шляпах? В тыквенных шляпах. На меня наплевал. Крепость оккупировали? Ты завидуешь, что тебе шляпу такую не дают? Завидую, честно. Мне вообще шляп никаких не дают. В игре ни одной шляпы. Что это такое? Против этих врагов, камера против этих врагов нужна нормальная. Топор не нужен, нужно, чтобы камера работала, и все будет в порядке. Леденец Гатчина. Да ёпер СТ. Миядзаки такой посмотрел, такой думает, как вы думаете, вот мы сейчас сделали контент, теперь надо нам подумать насчет того, бэктрекинг в какой локации сделать. Каково ваше мнение, коллеги? Какая локация
нашим игрокам больше всего понравилось, какую бы они хотели перепройти еще раз. Коллеги такие, конечно же, крыши с ассасинами, где не работает камера, все время падаешь вниз. И этот... И вообще ересь какая-то. Вот это нам нужно. О, блин. Болото, да. Миядзаки такое, давайте болото. А ему такие, так мы не сделали болото-то почти. Ну там есть одно маленькое место, где чуть-чуть этого. Где чуть-чуть. Всем немножко ядовитой воды. Он такой, блин, а почему мы болото-то не сделали? Чё за фигня? Надо болот больше делать такие. Ну, блин, все, бюджет кончился. Ну тогда паркур давай. Паркур я тоже. Паркур кайф. И поставим много одинаковых противников, которые атакуют почти одновременно. Тоже классно. Секира болото еще более-менее. Оно просто очень маленькое. Да? Это вот то, где стоит еще мини-босс с ружьем. И потом обезьяна там появляется. Там болото-то на 5 секунд. А, болото с обезьянами. Да, еще с обезьянами было болото. Но оно тоже маленькое очень. Так, ладно. Переключаемся на эти, как они... На петарды против этих чуваков. Сейчас будем берить. Моя камера. Обычные противники, говорите? А что с них дропа так много, если они обычные противники? А что с них с каждого падает по тонне дрожжей и что-то там и железа и всего остального? Чё-то вы чат не договариваете насчет обычных противников.
Вот это, наверное, обычно. А, это ядовитый. Вообще класс. Гаси обычные противники. Босс обезьяна легче этих чуваков. Обычные противники. Жесть. Для них столько дропа, как тебе идея их пофармить? Ну да, логично. Так. Подожди, а что происходит? Я хорошо тебя помню. Мы нашли мальчика. Я слышал рассказы о твоей смерти, ты все же ты здесь. Кто? Что ты замышляешь, филин? Батя? Такурому надо. Мессу. Замышляю, я бы никогда не посмел. В смысле? Батя вернулся? Мой господин, я прошу следовать за мной. Батя, как ты выжил? Стой. Люк, я твой отец? Он хочет выкрасть? А. Наследие дракона соблазнило и тебя. Нам не о чем говорить. Я бы с радостью, господин, но... Отсюда такой прекрасный вид. Я хотел бы полюбоваться им еще немного. Я уйду, когда налюбуюсь. Подожди, но это неправильный батя. Это фейковый батя. А где здесь идол рядом? Чат. Сейчас босс файт будет с батей, да? Батя предатель. Как мне сохраниться? Я не хочу каждый раз бежать через этих ассасинов. Какая у него коса? Смотри. Причёха кайфовая. Окно. Тебя сохранит? Да ладно, я этой игре не верю. Тут же нет кринов Марики. Тени Элден. Во, наверное, здесь. Во. Воу, засада! Камера! Худший противник в Секиро. Единственный серьезный. Твою дивизию убит камерой, как всегда. Моя единственная слабость. 5.
Окей, мы пробежим всю эту ниндзюцу. Потому что каждый раз с этими чуваками драться, особенно если придется еще раз бежать, это жестко. Здорово, чуваки. Как дела? Как жена? Как дети? Я тоже умею свистеть. Изи. Так, ну тут просто самураи. Да? У них, кстати, конфетти падают, по-моему. Они, кстати, меня сейчас убьют. Не-не-не. Ага, ну тут теперь не только самураи. Внизу там? Намного интереснее, чем я думал. Окей. Я думаю, нам нужно серьезное решение всех вопросов, и оно называется огнемет. При помощи ниндзюцу подчинить одного из этих. А давай попробуем. Я его ни разу не использовал. Если я вот этого ниндзю сейчас подчиню себе. Ты работаешь на меня, слышишь? Погнали. Окей. Только стелс. Стелс врубай. Надо все по стелсу сделать. Ты что творишь, идиот? Своих бьет, блин. Окей, короче, горите все. Я своего завалил. О, нет. Извини, чувак. Friendly fire. Играем за Jinx. Сорян, брат. Случайно. Там наверх можно еще. Я помню, тут наверху типа секретка была. Чат. Я думал, это ассасин. Так казалось, бабушка. Я был уверен, что это ассасин, окей? Внизу босс, да? А вот он.
Предупредить этих чуваков с зажигалки хороши, да? Оу! Ваншот? Понял. Без урона. Окей, как нам туда сразу попасть? Так, да? Его надо поджигать, типа. Я с этим чуваком не дрался уже 100 лет. Эорн, гори, красноглазый. Ваншот. А нам, не знаю, нужны ли ставки. Но я точно не хочу делать ставки, чарт. Потому что это тут сильно быстрые бои, видите? Сплошные ваншоты. Сверху на него спрыгнуть. Кстати, да. А где он? А вот он. Точно, можно. Ну, вообще изи. Мы? По идее, если... О, это не ваншот, я жив. Невероятно. Если полное хп, то он не ваншот. Гори! Огонь! Полчаса смогу ставить, если надо свести. Настя, спасибо. Ну, пока вроде не надо. Пассивный навык, усиливающий эффекты лечебных предметов. Кайф. Твердый металл. Искуют металл. На бате нужно будут? Вы думаете, мы с первой попытки батю не пройдем? Чат, а что вы решили, что мы с первой попытки его не пройдем? Причины есть для этого? А на первую попытку? Ну, на первую сделаем. Не-н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 е
Вот здесь ступеньки. Ага, ступеньки. Так. Пошли отсюда. Еще один мини-босс перед батей. Там, где было два ассасина, да?